нам ставят следующую задачу. Ребятки, вы хорошо справились. Вы накормили полицию. Вы накормили чиновников. Кто, ну, у кого не получалось, уехал в Польшу, бог с ним. А теперь мы вам даем следующую вводную. Карантин выходного дня. Теперь вы не работаете. Выполните все то же самое, а будете еще 500 000 полицейских накормите, наденьте, обуйте и так далее. Только без выходного дня. Но у меня тогда вопрос, ребята, а какой квест будет следующим? Кто нас проверяет? ПТУшники проверяют людей с высшим образованием. Ну это смешно. Это просто...